Индустрия 4.0 – это объединение промышленности, цифровых технологий и интернета для создания умных заводов и фабрик. RFID – одна из технологий индустрии 4.0, которая применяется для бесконтактной автоматической идентификации и учета объектов. Технологию можно применять в любой производственной отрасли для контроля внутрипроизводственных бизнес-процессов, от учета сырья до отгрузки и логистики готовой продукции. Для построения RFID-системы потребуется всего 3 шага – промаркировать объекты учета RFID-метками, оснастить RFID-оборудованием основные производственные участки, интегрировать в информационную систему предприятия программное обеспечение для сбора и обработки данных. В производственном процессе RFID-метка обеспечивает 100% точность идентификации объекта. Метки считываются даже под слоем краски и позволяют получить детализированное электронное досье на автомобиль, в котором отражается его компонентный состав и факт прохождения контрольных точек всех технологических участков с фиксацией времени. Что еще может RFID-система? Контролировать производственный цикл на конвейерах Just-in-Time и Just-in-Sequence. Реализовать принцип First-in, First-out. Технология дает возможность групповой идентификации до 600 меток в секунду. Идентификация объектов, промаркированных RFID-метками, происходит менее чем за секунду, что значительно быстрее, чем при использовании одно- или двумерного кода. Как результат, снижение административных ошибок, повышение прозрачности процессов и значительное ускорение процессов идентификации, учета и инвентаризации. RST Invent – российский производитель RFID-меток и оборудования, разработчик и интегратор комплексных RFID-систем. 10 лет на рынке RFID. Более 1000 успешно реализованных проектов. Собственный завод по производству RFID-меток и оборудования. Полный цикл компетенций в RFID – от разработки элементной базы до внедрения и обслуживания готовых решений. Нам доверяют крупнейшие предприятия России –